То, что Назлы сделала, чтобы заставить Азана приревновать, создала для нее дополнительные проблемы. Она убегает от Сердара, и от Азана, которого не может выкинуть из своего сердца. Сердар в отчаянии, и все же послушавшись совета Эдру, решает подождать. Азан рад тому, что она хотя бы не согласилась пока. Обрадованный этому, он звонит Мехмету, который в довольно резкой форме отвечает ему, чтоб больше не звонил. Азан не понимает, что произошло, он в шоке. Арзу узнает, что крем Назлы отправили в лабораторию для проведения тестов, и уговаривает ее пойти на работу.